центре Москвы начался «Марш миллионов». Его маршрут проходит от Пушкинской площади по бульварам до проспекта Академика Сахарова. В 15:00 там пройдет митинг. Ожидается, что он продлится до 18 часов. Одним из его ключевых событий должно стать принятие программного манифеста. Акция согласована на 50 тысяч человек. Точное число участников пока неизвестно. Выходы из станции метро Пушкинская, Чеховская, Тверская работают в обычном режиме. На шествии отсутствуют Алексей Навальный, Илья Яшин, Ксения Собчак. Они были вызваны на допрос в Следственный комитет в связи с прошедшими накануне в их квартирах обысках. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов отправил в Следственный комитет вместо себя свою супругу Анастасию и принимает участие в шествиях по бульварам.